Блять, наконец-то наши молитвы были услышаны, и Юрич выпустил нашего любимого узбека Эльдора Шумуродова в стартовом составе в матче Лиги Европы. Эльдор показал себя во всей красе, он был лидером на поле и вел за собой команду, вел игру, создавая моменты и оказывая давление на защиту соперника. Даже отдал несколько опасных передач и имел несколько опасных моментов у ворот. К сожалению, ему не хватило немного удачи, чтобы забить, но я убеждена, что это только вопрос времени. И я вообще думаю, что для Юрича это была показательная картина, насколько Эльдор сейчас сильнее остальных ребят в команде и что его необходимо выпускать в старте. В общем, узбеки — это офигенные люди, и им всегда рады на моем канале, как и всем остальным. Так что подписывайтесь на мой канал, друзья. Реально, мне вас тут не хватает, чтобы улучшить контент. И не забывайте всегда быть открытыми для разных культур и народов. Ведь узбеки – одни из самых дружелюбных и гостеприимных людей, которых вы когда-либо будете встречать. Все, пока!